Приветствую, коллеги! Ассаламу алейкум! Мир дому вашему! Мы начинаем сегодняшний мастер-класс, который посвящен тому, как работать с редактором VI Vim в Linux. Если вы на месте, если вы готовы, пожалуйста, напишите плюс в чат, в комментарий, ну а я буду начинать. Для тех, кто меня не знает, давайте знакомиться. Меня зовут Константин Герасименко, я сертифицированный инструктор Академии ЦИСКО и Linux Professional Institute, кандидат технических наук по специальности информационной технологии. Ну а здесь я представляю университет CDCOM, где мы помогаем студентам начать IT-карьеру, IT-специалистам повысить квалификацию, повысить экспертность и зарабатывать больше, а компаниям найти высококвалифицированные кадры. Мастер-класс – это новый формат обучения, основанный на принципе Learning by Doing – обучение на практике или практическое обучение. Соответственно, коллеги, я буду все рассказывать, показывать, объяснять, демонстрировать, ну а ваша задача за мной все повторить. Как результат у вас появятся вот те самые знания, умения и навыки, которые вы сможете продать работодателю, зарабатывать больше, ну и вообще изменить свою жизнь к лучшему, к стабильному, прогнозируемому лучшему. Поэтому присоединяйтесь к сегодняшнему мастер-классу. Итак, коллеги, что вам сегодня понадобится для успешного выполнения мастер-класса? Первое – это статья с нашего блога. Ссылку на данную статью вы найдете в описании под этим видео, в комментарии, в чате. Поэтому переходите, и вам не нужно будет всматриваться в видео, не нужно будет листать, ставить на паузу и так дальше. Вы банально сможете сделать Ctrl-C, Ctrl-V и таким образом все освоить. Второй важный момент. Вам понадобится консоль линуксовая, обычный Linux подойдет. Поэтому, как говорится, можем приступать. Итак, коллеги, традиционно начинаем с теории. Возникает вопрос, зачем вообще этот редактор VI, Vim и почему нельзя без него? Дело в том, что если вы возьмете и посмотрите, вот давайте я запущу Midnight Commander, вот перейду в папку /etk, значит, что важно, коллеги, то, что вот в этой папке /etk, вот все вот эти файлы, все-все-все, что вот здесь вот прям есть у меня, это все текстовые файлы, вот все абсолютно текстовые файлы, вот, например, там bashrc, текстовый файл, пожалуйста, там, да, вот, дальше вот debconf, текстовый файл, ну и так дальше. Если тут вот полистать, там, вот, например, там usb modeswitch.conf, тоже текстовый файл. То есть, что это дело все означает? Это означает, что фактически конфигурирование Linux, вот конфигурирование, настройка Linux сводится к умению работать с текстом, с текстовым файлом. Вот такой вот важный момент. Поэтому без этого дальше никуда. Что важно, то что редактор VI, ну или Vim, стоит по умолчанию на всех Linux, и без этого тоже никуда не деться. Плюс ко всему бывает такое, что вы не сможете поменять редактора по умолчанию. Вот, да, и бывают всякие команды специфические, которые работают только вот с этим редактором. Ну, например, vipdouble или там sudoers, например, и так дальше. Да? То есть какие-то команды, которые открываются именно в редакторе VI. Поэтому редактором VI нужно уметь работать. Ну и вот здесь вот возникает вопрос, а как же мне его освоить? Вообще это реально или нереально? Коллеги, все уже давно для вас придумано, продумано. Нужно только брать и, как говорится, этим делом всем пользоваться. Соответственно, итак, поехали. Значит, открываем консоль и запустим такую классную штуку, которая называется Vim Tutor. Итак, пишем Vim Tutor и нажимаем Enter. Соответственно, вот, пожалуйста, у меня открылся Vim Tutor. Что важно, то, что он открывается по умолчанию на английском языке. Но у меня консоль на английском, да, локаль у меня английская, поэтому все у меня открывается на английском. Но так как я не англоговорящий, мне тяжело, тут какие-то слова я их не знаю, какие-то знаю. Ну, как говорится, тяжело мне все это дело осваивать на английском языке. Поэтому возникает вопрос, а какие вообще, да, как выйти отсюда, важный вопрос. Вообще важный вопрос, как выйти с редактора VI. Есть даже целый анекдот. Каким редактором ты пользуешься? VI. Сколько лет? Уже 4 года. О, какой ты молодец. Да, я просто не знаю, как с него выйти. Так вот, как выйти отсюда с Vim Tutor? Для этого нажимаем Escape. Escape. Дальше. Двоеточие. Q. Double. И, пожалуйста, я с него вышел. Вот таким образом это дело все осуществляется. Итак, какие же языки поддержит Vim Tutor для того, чтобы вы могли все это дело, как говорится, освоить? Итак, для этого мы пишем вот такую вот команду. Еще раз, вы ее найдете в описании.
в статье под видео, в комментарии, в чате, поэтому переходите, смотрите. Итак, вот такие вот здесь вот языки поддерживаются. Вот канадский, немецкий, эстонский, французский, венгерский, итальянский, корейский, польский, русский, словацкий или словенский, турецкий, украинский и какой-то даже не знаю, что это за язык. Одним словом, языков реально много. Итак, как же нам запустить Vim Tutor на русском языке? Для этого мы пишем Vim Tutor и дальше ru. Ru, понятно, да? И опа, пожалуйста. Соответственно, знакомые буквы. И что это дело все означает? Это означает, что вы дальше можете легко, как вот здесь вот написано, за 30 минут освоить полностью весь редактор Vim без проблем. Нужно только читать. Соответственно, есть уроки, они, все это дело поделено на уроки, все очень просто, поэтому берем и читаем. Значит, ну вот я вот эту вступительную часть пропускаю и поехали. Теперь убедитесь в том, что клавиша Caps Lock не нажата и нажмите клавишу J несколько раз, чтобы посмотреть это. Значит так, нажимаем J, видите, курсор опускается вниз. Вниз. Соответственно, наша задача что сделать? Промотать чуть ниже. Итак, мотаем, мотаем. Хераки, вот мы к чему дошли. Мы дошли к тому, где описывается, как же перемещать курсор в этом самом редакторе. Итак, клавиша H двигает влево. Дальше влево. L двигает вправо. Вправо L двигает. Вот оно, да? H влево. L вправо. J вниз. K вверх. K вверх. Понятно, да? Удобно? Удобно. Легко? Легко. Вот вообще никаких, как говорится, сложностей нету. То есть, что это дело все означает? Это означает, что вот есть такая вот классный такой инструмент, как Vim Tutor, где вы вот так вот в игровой форме учитесь этим делом всем пользоваться. Итак, я поездил курсором вверх, вниз, лево, право. Ну все, урок 1.1 я завершил, пожалуйста, коллеги. Я думаю, что вы вместе со мной это тоже все, как говорится, завершили, да. Значит, ну и тоже, да, читайте внимательно, то есть вот как бы надо сесть и буквально за 2 часа, если вот хорошо все проэкспериментировать, за 2 часа вы полностью Vim освоите. Ну и листаем ниже. Ниже, дальше. Вот урок 1.2. Завершение работы с Vim. Ну, это как выйти, да? Это то, что я вам рассказывал. Значит, коллеги, вот это прям очень важный урок, потому что прям анекдоты создают о том, как выйти с редактора Vim. Значит, соответственно, как выйти? Escape, двоеточие, Q, знак восклицания, да, вот такое у вас должно появиться в левом нижнем углу, вот здесь, да, в левом нижнем углу, соответственно, нажимаем, и вот таким образом Enter, и, пожалуйста, я вышел с редактора. Здорово, здорово. Теперь вы легко освоите вот прям вообще редактор вы без каких-либо сложностей. Ну и еще раз напоминаю о том, что вот Vim Tutor PL, пожалуйста, на польском, вот Vim Tutor UK, пожалуйста, на украинском, вот Vim Tutor TR, пожалуйста, на турецком. Поэтому, коллеги, я у вас больше не принимаю отговорку, что вы не сумели освоить редактор вы. Прям на любом языке, который вы говорите, все это дело можно легко достаточно таки освоить. Вот такая вот классная штука Vim Tutor, которую я вам сильно-сильно рекомендую. Итак, коллеги, если у вас все получилось, как у меня, если вы поклацали, действительно убедились, что это классный инструмент Vim Tutor, пожалуйста, напишите цифру 1 в чат, в комментарии. Ну а если для вас вообще было полезно сегодняшнее видео, оцените его лайком, нравликом, подобайкой, ну или просто нажмите палец вверх. А если для вас интересна тема Linux, сетей, кибербезопасности, программируемых систем, коллеги, я вас приглашаю к нам на курсы, где вы сможете освоить весь вот этот материал вот в таком вот формате learning by doing. Я делаю, вы за мной повторяйте, у вас все железобетонно 100% получается, нужно просто уметь печатать. Мы даем скидку на международную сертификацию, помогаем с международной сертификацией и, что важно, помогаем с трудоустройством в большие международные компании. Поэтому подавайте заявки, присоединяйтесь
к нашему движу, ну и будем двигаться вперед. На этом все. Ассаламу алейкум. Мир дому вашему. Берегите себя, своих близких. Несите тяготы друг друга. Помните, коллеги, что сила в единстве, поэтому если что-либо не получается, пишите комментарии под видео, я с удовольствием вам помогу. На этом все. До свидания.